Всем привет! В сегодняшнем видеоролике я вам покажу крутой скрипт на автоматический сбор монет хэллоуинских в Murder Mystery 2. Для этого переходим на мой личный сайт, также ссылка на него, как всегда, будет в описании. Перед началом, если у вас нет никакого чита, заходим во вкладку Exploits и скачиваем чит от Splash. На данный момент работает только он из всех читов, которые находятся на сайте. Также видео о том, как его скачать и как получить на него ключ, я оставлю в подсказках, можете посмотреть. Далее, после того, как скачали чит, в поиске пишем Murder Mystery 2, нажимаем поиск. И вот он этот скрипт, первый по счету. Как видите, вот так вот он выглядит. Чтобы его получить, нажимаем кнопочку скачать. Далее еще раз скачать. И вот появляется скрипт. Как видите, все очень просто и легко. Мы его копируем, заходим в Roblox, далее открываем чит. Сам чит вставляем в скрипт, потом нажимаем кнопочку Inject и ждем, пока заинжектимся. Так, все отлично, инжект прошел. Как видите, у меня открылся дополнительный сайт в браузере, значит, у нас получилось заинжектиться. Далее возвращаемся обратно и нажимаем кнопочку Exclude. И ждем, пока загрузится сам скрипт. Так, почему-то он не хочет загружаться. Вопрос почему? Непонятно. Так, сейчас давайте быстренько разберусь, в чем проблема, и продолжим. Так, я вроде бы разобрался, в чем проблема. Короче, почему-то у меня с первого раза не заинжектилось. Мне пришлось перезаходить в игру. И, короче, смотрите, я перезашел в игру, заново инжект нажал, и у меня получилось, то есть появилась вот эта надпись Splash. То есть, когда она появляется, это уже 100% чит смог заинжектиться к игре. Далее давайте еще раз попробуем активировать этот скрипт. Нажимаем кнопочку Exclude. И вот, как видите, сейчас у меня появился. Все, отлично. Дальше мы его открываем. И здесь всего лишь две функции. Ну, самые нужные. Первое — это Candy Farm. Второе — Anti-Avk. Включаем Anti-Avk. Это для того, чтобы вас не кикало с игры по истечению 20 минут. То есть, как вы знаете, если вы в игре никакие действия не делаете, то через 20 минут вас кикнет. Эта функция помогает, чтобы вас не кикало. То есть, чтобы вы могли отойти там погулять, покушать, чай заварить и тому подобное. Давайте проверим саму функцию. Включаем этот фарм. Как видите, у меня персонаж начинает тпхаться на вот эти конфетки с определенным временем. То есть, получается, он одну конфетку собирает и примерно где-то через 5 секунд собирает другую. И смотрите, как он это аккуратно делает. То есть, после того, как он собирает монету, он специально тпхается на спавн, чтобы меня никто не убил. То есть, эта функция очень крутая, и тем самым вы сможете нафармить очень много вот этих конфет. И, по идее, вас никто не должен убить, потому что вы тпхаетесь на спавн, а не на саму локацию, где сейчас идет игра. Ну, я думаю, вы поняли. В принципе, у меня на этом все. Буду заканчивать. Кому понравился данный видеоролик, можете поставить лайк, подписаться на канал. Также не забывайте пользоваться моим сайтом, ссылка на него, как всегда, будет в описании. А с вами был Айзбан, всем удачи и пока.